что наша жизнь — игра. И в любой игре есть правила, незнание которых может привести к проигрышу. Это особенно опасно, когда дело касается вопросов финансовых. Восполнить пробел в знаниях помогает обучающие интерактивные игры, которые проводит издательский дом «Регион» при поддержке Министерства финансов Алтайского края. Какой бы тебе задать вопрос? Полегче какой. Я думаю, наоборот, посложнее. Вопросов, сложных и не очень, было множество. Один из них – что такое капитализация процентов? Оказалось, ответ знал лишь один из 100 участников игры. А это способ расчета процентов по вкладу, при котором сумма вклада сначала увеличивается на уже начисленные проценты, а затем от полученной суммы считается процент за очередной период. Иногда это называют проценты на проценты. Правильный же термин – сложные проценты. Игровая форма позволяет запомнить новые понятия быстрее. Всегда занимательно и здорово попасть, более неожиданно, и поучаствовать в такой веселой игре, пообщаться с позитивными людьми. Самые грамотные участники интерактива боролись за главный приз – сертификат на 3000 рублей гипермаркета «Лента». Конечно, очень полезная информация. Вопросы задают, объясняют доходчиво, толково. То есть для себя почерпнул какие-то интересные нюансы. Конечно, это очень приятное, так сказать, дополнение к знаниям, то есть материальная какая-то поддержка. Поиграли в игру, было очень интересно, мне понравилось. Считаю себя финансово грамотным, но для того, чтобы закрепить свои знания, зайду на fingramota22.rf. Те, кому повезло меньше, могли собственноручно отчеканить себе памятную монетку и, что самое ценное, ушли с площадки с новыми знаниями. Павел Брик, Сергей Седых, новости.